Еще один момент. Симчевич головой пробивал. Еще раз. Ну, нанесите уже финальный выстрел. Не получается. Шурыгин. Миличевич. А он бить-то может. Еще удар! И это гол! Счастлив Александр Симчевич. Это Маркус Пизелли. Забивает свой статус. Посмотрим этот момент. Миличевич пробил. И здесь Пизелли. Да, дотянулся до мяча Никита Калмыков. Но в итоге срезал мяч в свои ворота. Где-то мы такое видели.